Добрый день! Это видео специально для Алексея Ивушкина. Я говорил, что я сниму еще наше озеро. Сейчас лучше позеленела трава и слышны лягушки. Давайте посмотрим, что изменилось у нас. Я хочу пройти до березовой рощи с вами. Так что будьте готовы. И всем подписчикам моим большое спасибо за то, что вы смотрите канал и пишите мне. Это очень приятно. Вот помните детство? У нас, как и прежде, катаются. Звук лягушек очень такой сегодня громкий. Рыбаки те же. Не буду сегодня долго зацикливаться и сделаю несколько фоток. Вот, что я и говорил. Так, и я быстренько пойду. Хочу еще березовую рощу вам показать. Там тоже очень должно быть красиво. Так, надо бы, надо что-то все-таки говорить, а то получится так, я опять буду немой. Я здесь выдержу паузу и отдам бы, начну говорить.
Ну, а теперь можно поговорить. Ну, что мне вам хочется рассказать. Сегодня у нас светлый праздник. Пасха. Хочу вас поздравить всех с этим хорошим днем. Ну, давайте сделаем и так. Я еще сюда приду, когда у нас будут уже купающиеся. И уже летом. Ну, пойдем так потихонечку с вами до улицы Маснева. Поэтому вперед. Вот кому повезло. Смотрите, ой, отдыхают хорошо пацаны. Тут, как я помню, в прошлый раз была ивушка. Но ее нету. Все-таки дрова потихонечку разбирают. Не успели на шашлыки. Ну ничего. Так. Идемте. Поэтому я необычно сегодня. Сделаю 20-минутную для вас паузу. Значит, если мы пойдем сейчас с вами прямо, мы выйдем как раз к этим девятиэтажкам по улице 40 лет Победы. Здесь у нас идет нечетная сторона домов. Ну что, пойдемте сегодня вот так. В общем, заходите на Одноклассники, я фоток сделаю побольше. Насколько получится. Вот где вот два дома их достроили недавно, поэтому не
Так. О, травка здесь. Слушайте, тут прям болото. Ого. В общем, путешествие будет по болотному сегодня у меня краю. И дабы да. Камышовый рай тут у нас. Опа. Так. Колодец. Так. В общем, вспоминайте, кто тут когда был, кто тут что и когда делал. А? Слабо вам? А вон девятиэтажка недостроена по улице Кишневская. Так. Поднимаемся, поднимаемся к березовой роще. Опа. Так. Вот такой вот овраг с речкой. Вы пока вспоминаете город. Кто как ходил тут бойскаутом. Фу. Но мне пора наверх. Ну что мне вам рассказать? Предложили мне сегодня пойти в церковь. Это будет около 4 часов ночи. Сюда, да. На нашу Кишиневскую, вот тут есть церквушка. И все-таки я, наверное, пойду. Вот так, что тут у нас осталось. Так вот потихонечку. Ой. Так потихонечку. Так я опять замолчал, потому что я еще поеду сегодня за шлиф, куплю себе чай. Пока не знаю, какой покупать, но он и так весь одинаковый. Поэтому он только называется мелколистовой и крупнолистовой. Опа. Так. Ну все, березовая роща. Тут можете уже наслаждаться. Я хочу еще немножечко, может быть, отснять дворы Маснева. Как получится. Что-то тяжко я дышу, признаюсь вам. Хочу сказать. О,
В общем, люди так основательно готовятся. Не просто так пешочком ходить. Ой, какая тут трава. Ой-ой-ой. Так. Я хочу так сегодня дойти до торгового центра и снять несколько фоток для одноклассников, сделаю и даже не знаю, как дальше делать маршрут, потому что у меня как бы всегда происходит в большинстве случаев это спонтанно. И сегодня не исключение. Ну что ж, по тропиночке я дойду до торгового центра. И там уже буду вести что-то новенькое. Так что я думаю, больше березовую рощу, надеюсь, пока мы оставим в покое. Вот, я был в прошлый раз, не было только цветущих деревьев, сегодня цветущих много. Так, пойдемте побыстрее, чтобы вот. Это наше любимое занятие было в детстве. Хотя я так не любил ковры выбивать. Кто придумал их выбивать? Вот чем руководствовался человек? Вот. Ковры выбивать. Даже не знаю. Вот. Это вишня пошла уже у нас. Вот еще одна выбивалка. Тут вот хворост, наверное, для шашлыков. Thank you.
Это яблоня или вишня? Вишня. Вишня? Я просто в прошлый раз был недели, дней 10 назад, тут не было такого света. Яблоня такая розовая, такая красивая, а груша такая. Красота. Да, у нас только абрикоса на Кишиневской, больше ничего. Ну правильно сделала. Оно сейчас сколько еще? Пару дней и все. Да, пару дней, да. Ну что, вы пойдете в церковь? Ой, в часовню, вернее. Хорошо, спасибо вам. Ну все, в принципе, я как бы дошел уже до торгового центра. Ну вот смотрите, какая у нас красота. Сколько вишни. Хотите вишень? Приезжайте. Через недельки три. Я думаю, можно будет уже что-то вам выделить. А так, в общем, красота. Наслаждайтесь природой, пока она в таком виде, в каком она есть. Я со своей стороны еще подойду к деревьям. А я все-таки тут был недавно. Вы мои ролики помните? Кажется, он назывался Бендеры от березовой рощи до там улица 40 лет Победы, вроде он так назывался. Знаете, у меня еще один есть ролик, где у нас вишня цветет, и я ее, как бы я этот ролик еще не выставил. Надо будет его найти сегодня и выложить. Ну, в общем, вот такие вот у нас. Такая у нас красивая вишня. Хотя тут в Москве похолодало. Ну, дай бог, чтобы нам не пришло, и мы все-таки были с нашими фруктами и овощами. Пишите на канал, как вам, нравится? Мне лично очень нравится, я тут еще постою.